Братиш, как дела у тебя? Лил бро, how are you? Ты с Фурией поделишься? Что, тебе рыбы мало, что ли? Красной рыбой кормят тебя, а ты еще ворчишь. Иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Come to me. Скажи, это наш ужин на сегодня. Завтра у нас разгрузочный день. День голодовки, как мы его называем. Вы спрашивали в комментариях везде, но я уже отвечал про день голодовки, зачем он нужен. Вообще в некоторых парках мира, где волки содержатся, их кормят вообще раз в неделю. Вот, приближают к естественным условиям. А в зоопарках делают везде, по всем зверям. Даже полезно это людям делать. Раз в неделю устраивают разгрузочный день. Для животных это будет полезно. Ты чё такой злой, а? Иди сюда, братиш. Ты превращаешься ночью прям в настоящего волка, да? Волчара. Ты будешь делиться со мной, нет? Братиш. Братиш. Брезгливо скажи, но ем. Что касается еды, у нас, братиш, все. Злой, страшный, серый волк. Акела у нас не хочет рыбу есть. Дали ее Лилу. Алита покушала. Фурия будет доедать за братишом. Как обычно. Я надеюсь, братиш, ты все это не уплетешь. Заметил, что братиш начал учиться у Фурии. И в хорошую, и не в хорошую сторону. Если раньше люди приходили, он ко всем ластился, а сейчас он может зайти в будку и не вылазить оттуда, следить за ними. Раньше много приезжало народу помогать, волонтеров, и он это такой был более открытый. Сейчас народу меньше. Работы больше, уделять времени не могу столько, но по возможности стараюсь с ним играться, общаться. Он, конечно, растет, поведение меняется, где-то прикусывает уже, где-то показывает характер. Но пищевая агрессия — это естественно, это нормально. Здесь он не сдастся.
Я если 4 месяца пробовал, он не сдался, то 7 месяцев, почти 8. Ну, 8 будет потом. Так, когда 8 у него? 5 января будет 8. 5, 6. Он не сдастся, в 7 месяцев точно нет. Гурман. Ужастик. Помыл я их. Шерсть блестит. Тебя ежиком прозвали, слышишь, ежик? Лил бро, ты ежик? Вот так, эти гуськи, красавец. Красавец. Куда хвост поднял? Куда хвост поднял? Куда хвост поднял? Все, хватит есть, уже от пуза наелся. Все, ешь и ешь, ешь и ешь. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, такие видео вам тоже будут нравиться. И заходите.